Сегодня в нашем выпуске, в этот лютейший мороз, мы вам покажем офигенный гольф, Volkswagen Golf R7. Привет, друзья! Прямиком из Питера приехал наш старый клиент на своем Volkswagen Golf R7. И хотелось бы задать ему пару вопросов в плане эксплуатации и вообще, чтобы он просто рассказал вам о своей машине. Саш, расскажи вообще вот ребятам о той модели автомобиля, которой ты владеешь, и вообще, какие у нее изменения произошли за время, которое мы не виделись. Ну, модель, Макс, это Golf, 7-я R-ка. В принципе, машина довольно-таки редкая на наших дорогах сама по себе, но модель, которую выбрал я, она еще более, скажем так, необычна тем, что она на механике. Первый год я кайфовал от стока. Как, наверное, все знают, в стоке у машины 300 сил на полном приводе. Вот. Но по прошествии времени захотелось ощутить чего-то новое, придать машине второе дыхание. Начали мы с выпуска. Помимо выпуска, в машину на настоящий момент установлен холодный впуск и Stage 2 от Riello. Примерно 390 лошадиных сил и 520-540 момента. Точно пока не знаем, поскольку еще не мерили на стенде. Но могу сказать, что машина довольно интересно себя ведет на дороге и дарит кучу положительных эмоций. В плане внешнего стайлинга изменений в машине пока немного. В частности, установлена шикарная японская ковка Race G27, довольно свежая модель. Поставил после того, как понял, что штатная подвеска на гольфе никуда не годится, честно говоря. Это абсолютно гражданская подвеска, которая совершенно не приспособлена для наших дорог. Сань, скажи, пожалуйста, почему ты выбрал Hot Hatch от Volkswagen? От машины мне хотелось получить три вещи. Ручку, мощный двигатель и полный привод. И все это есть в Volkswagen. Кстати, интересный момент, который касается гольфа. Дело в том, что Volkswagen сэкономил на трансмиссии, на механической. Чтобы уменьшить износ, они ограничили момент программный. Поэтому очень сложно добиться от машины на механике вот этого полноприводного прыжка, который показывает гольфы R-ки на автомате. В том году на твой Volkswagen мы поставили выхлопную систему от Armitrix с тремя положениями. Вот ты как первый человек в России, который на свою машину поставил, и хочу заметить, что это единственный Volkswagen Golf R7 с этой выхлопной системой, полноценной выхлопной системой от и до. И это первый наш клиент, который опробовал ее, причем не месяц, не неделю, а именно полноценный срок примерно в год. И вообще расскажи нам о своих впечатлениях, ощущениях как владелец. Макс, выхлоп бесподобный. Вы можете управлять режимами работы выхлопной системы через специальный OBD2 контроллер или приложение при Android и при iOS системах. В режиме OFF клапаны закрыты, это тихий режим работы без потери добавленной мощности и производительности. В режиме ON это полностью открытые клапана, это максимальный уровень звука и высокая производительность. Режим авто. Система работает в автоматическом режиме, обеспечивая прирост мощности на всем диапазоне оборотов.
первое время кайфовал от качества настроенного звука громкого, но потом стали открываться другие стороны. Машину использую каждый день, это не машина выходного дня, поэтому для меня важно то, что выхлоп имеет несколько режимов работы, в том числе и тихий. То есть думаю, что владельцы прямотоков меня поймут. Не всегда, когда ты толкаешься в пробках, ты хочешь ехать в реве, грубо говоря, внутри консервной банки, внутри сабвуфера. Поэтому тихий режим действительно спасает. А когда хочется пристрелить, нет никаких проблем. Нажимаешь кнопочку и наслаждаешься фирменным звуком. Сань, мы очень довольны, что ты к нам приезжаешь из Питера, даже просто не на установку каких-то ништяков и тюнячек, а просто отсняться в нашей программе, в наших видео, погонять на тачке, я не знаю, делать бублики, волчки. В общем, это весело, и мы рады каждый раз видеть тебя в нашем тюнинг-ателье, VC Tuning. И спасибо тебе большое. Взаимно, Макс. Я с удовольствием приеду к вам летом. А там будет много дыма? Да. Надо было поближе ему пройти. Поближе? Еще раз? Да, чуть-чуть поближе. Классно, здорово. Это было близко. Это было очень близко. Я в какой-то момент подумал, что будет больно. Woo-hoo-hoo-hoo-hoo!